Всем привет, ребята, с вами я. И я, это канал Трей Ксидона. И сегодня, я буду пердеть. Ага, и я играю в Watch Park. И сегодня я хочу пукнуть на весь мир. И сегодня я сломаю свой телефон. Вот я кликаю, и с помощью этого, я так понимаю, становлюсь дебилом, а не... Ой, боже, я умер. А, нет. Ой, ничего страшного. Ой, у меня пердит. Ой, у меня... Ой, какой пердит. Ой, у меня какает стук какаран. Ой, что я говорю? Ай, мач стук. Ай, ой, а я забыла. Ай, чука макс. А чуфаки тейке рекс. Да-д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 а. Так, ребята. Давайте бдеть. О, давай. Прикольно, я тебя поняла. Буль-буль-буль-буль-буль. Ой, как я громко бью. Ой, как же страшно, ребята. Так, ребята. А подожди. Точно все хорошо, желез собрали и бежим его скорее закидывать. Я надеюсь, что у моих соперников получается все намного хуже, что они там тупят, тормозят, не знают, как им вообще играть, и мы их выигрываем. Вот я на это надеюсь очень сильно. Кто-то у нас вышел зеленый, почему-то решил, что его, эта игра слишком сложная, ну его нафиг, лучше пойду поиграю во что-нибудь другое. Так, давайте мы сделаем себе, кстати, каменный меч, да, потому что... Хотя нет, можно и киркой завалить коров, ну, это давай. Не проблема. Так, корова, а ну иди сюда, куда бежишь? Вот, кожа нам нужна. Дальше нам нужен тростничок. Так, давай. Ага, давай. Зеленый снова зашел, но он уже играет за спектатор, потому что выходить нельзя. Все-таки он передумал, теперь говорит опять, хочу все-таки сыграть. Прыгайте. Ребята, возьмете. Ладно. Так, давайте сделаем себе вот так вот. А как нам добыть обсидиан, еще и сделать... ну вот это вообще проблема. Так, ну вот сейчас давайте мы сделаем кое-что очень простое. Это, конечно же, сделаем книгу. Так, бумага. Бумага есть. Получается, чтобы нам скрафтить книгу, надо вот так вот. Так, книга тоже готова. Тол зачарование тут нужно. Так, заходим. Но проблема в том, что если мы сейчас с вами берем, если мы добываем эти алмазы, то вряд ли у нас уже ох, так получится, ребята, что это мы было? Мы найдем еще другие алмазы, потому что на картах обычно все очень сильно. Так, а как туда... прыгивать. Горячо пробузайте вид Samsung. Купуйте смартфоны Samsung Galaxy A та отримуйте вигоду. Спокойні знижки кличуть. Так, ребята, я уже продолжаю. Так, мы... так, посмотрим, сколько же все-таки здесь будет. Все это перекрывает. Так, давайте на зеленую. Добываем дальше. И как туда? Три алмаза. Окей, все нормально. Четыре алмаза и пятый алмаз. Да, все получилось. Даже шестой алмаз есть. Даже седьмой алмаз есть. Ну, это что нет, воды? Все, седьмой алмаз мне уже не достался. Так, этого нам хватит. Этого нам определенно хватит. Поэтому давайте возьмем. Сделаем себе алмазную кирочку. Так, дальше. Остается добыть всего лишь четыре. Поэтому... Бой. Петро, конечно, но я не знаю. Прикольно. А, давайте зеленым, ребята. Ой, белый. По-другому, ну как я тут доведу? Можно, конечно, попробовать вот отсюда запустить эту водичку. Так, давайте попробуем. Но, видите, она так, а как туда сесть? Давай, протекай. Ну, пошло, есть, первый обсидиан у нас готов. Добываем его. Нам нужно четыре штучки, так много, что должно получиться. Вот, сразу вываливаем его. Так, обсидиан первый есть, первый обсидиан добываем. Давай дальше. Обсидиан 2. Надеюсь, лавы хватит. Если лавы не хватит, если я что-то закрыл неправильно, это будет очень обидно. Так, давай. Есть еще один обсидиан. Так, ребята. Четыре обсидиана я уже вижу. Один у нас получится. Все должно получиться. Ни один обсидиан не должен сгореть, конечно же. Добываем. Есть обсидиан, собрали. И последний обсидиан мы тоже с вами прыгай, давай. Чуть-чуть не напрягаясь, не волнуюсь. Алмазов было очень много. Не вот это прыгать. Круто. Ладно. То, что авторы все просчитали. Вот все. А 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 вот все
блин, как ты туда будешь ходить, а? Все должны крафтить как можно быстрее, потому что если они не успеют, то они проиграют. И я думаю, что они проиграют. Причем, идет на другой стороне был. Салмазной киркой копается тоже парень. Молодец, все правильно. Но время вышло, мы с вами победили. Никто больше не успел скрафтить стол зачарования. Ой, блин, я туда прыгала. Нужно будет действовать очень быстро, я думаю, все знают, что это каменная лопата. Вот. Так, добываем себе скорее дерево. Каменная лопата, окей, это нужно деревянную кирочку. Все это понимают, деревянную что кирочку. Что, наверное, так, ход вот какая-то. Вот. Делаем деревянную кирочку. А, да, я понял, проблемку свою. Быстрее собираем. Так, нужно больше все-таки досок. Вот так вот все делаем. Отлично, дальше идем, добываем себе камешек. Скорее вот сюда, здесь должен быть камешек. Это не камешек у нас. Это что такое? Вот, что там красит лопату? Что это? А где мне взять камень? Я нашел, но это был не камень. Вот здесь вот, что ищем быстрее. Ну что за жесть, они там где отправляются? Есть камень. Все, камень я добыл, поднимаемся отсюда. Будет сколько-то поинтов, то мы с вами успеем получить. Так, каменная лопата готова. 42 поинта. Ну это, конечно, был такой жесткий троллинг, то, что у нас вот тут не оказалось камень. Так, вот. Давай. Вот. Так, ребята. Теперь мы должны сделать с вами лук. Мне кажется, какая-то новая карта. Так, тут я уже нашел нитки, я правда в них застрял. Нет, помогите. Нитки еще внизу, ниток очень много. Так, а как мне добыть дерево? Капец, я первый раз играю на этой карте, она какая-то очень сложная. Ты тут просто так, ты еще и не можешь ничего добыть. Тебе нужно правильно падать, правильно куда-то подниматься. Вот сюда вот нам нужно залезть, здесь добыть дерево. Дальше ничего не выйдет. Лук сделать быстро, лук сделать очень быстро. Нужно сейчас сделать меч, конечно же, для начала. И дальше уже делать сам лук. Добываем третий блок. Мне кажется, я не так, успею. Так, сегодня мы пытаем. Может быть, все получится. Делаем себе палочки, да, уже видим. Это не так обычно. Делаем себе оружие, меч готов. И добываем вот здесь вот скорее эту паутинку. Раз, два, три. Три паутинки есть, делаем наш с вами лук. Сколько? 54 поинта. Пока что мы идем на первом месте. Пока что все окей. Но это было уже жестко. Да, вот если бы я вначале не свалился куда-то вниз, то я думаю, мы бы успели первыми. Но из-за того, что я поднимался, снизу время потратилось. Что будет дальше? 7 раундов, нам говорят, осталось. Но первый раунд был очень жестким сразу. Ой, ё-моё, редстоун, железо, плита. Так, понятно. Ну что ж, давайте добудем дерево. Сразу добываем дерево. Все как всегда. У нас есть ключные, стандартные деревянные вещи. Мы играем по хардкору с вами. Добываем еще третий блок древесины себе. Так, ребята, мы уже будем. Мало ли что. Так, дальше. Вот так, там, вот, кстати, давай, делать. Почему сюда упал? А, почему ты меня троллишь? Почему подводишь? Что там? Делаем палочки, делаем верстак. Верстак сразу нужно куда-нибудь в правильное место поставить. Например, вот сюда вот его ставим. Дальше делаем себе деревянную кирочку. Быстрее идем добывать себе сразу каменную. А вот как здесь ты? Есть камешек. Я что-то нашел, что-то интересное. Тихо, пещера прям есть. Круто. Так, делаем дальше каменную кирочку. Каменная кирка готова. И теперь нам нужно добыть себе железо и делать пендику. Быстрее. Все это собираем. Три железа нормально. Так, поскорее. Блин, вот так я буду поикать. Печка, да, точно. Нужно скорее сделать печку. Сразу его закинуть, переплавляться. Добываем. 6, 7 и... Ой, все, запускай. 7 и 8, отлично. 8. Так, печка. Крафтим печку себе. А, в чем прикол? Это что такое? А, всю печку я сделал, да. Я почему-то подумал, что она не делает так. Закидываем сюда скорее. Закидываем, пускай там плавится. Ведь что за фигня? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я дурак, и всем пока.